Привет, меня зовут Настя, и сегодня мы продолжим разбирать разные способы говорить «я не знаю» по-английски. Your guess is as good as mine. Этой фразой мы хотим сказать, что знаем ответ не больше того, кто спрашивает. Do you think is the best pizza in town? Your guess is as good as mine. Как ты думаешь, это лучшая пицца в городе? Я знаю не больше твоего. It beats me, или просто beats me. А я почем знаю? Это довольно неформальное выражение, используемое, если вы не знаете или не понимаете чего-то. То есть сам вопрос как бы beats you, побеждает вас. Why is she so angry? It beats me. Почему она такая злая? А я почем знаю? Do know. Это слово также используется неформально и в разговорном английском. Особенно тинейджерами, которые не хотят отвечать своим родителям. Кстати, do know есть не что иное, как нечеткое, быстро проговариваемое, полуграмотное I don't know. Точно так же, как в русском «здравствуйте», «здрасте». Where have you lost the key? Do know. Где ты потерял свой ключ? Не знаю. Ну что ж, теперь вы знаете много разных способов сказать «я не знаю» по-английски. С вами была Настя. See you!